Добрый день. У нас уже было 5 сеансов с Давидом. Хочу поделиться изменениями. После крайнего сеанса прошло уже, наверное, 2 недели. У нас не было интернета. Проблемы были на линии. За эти 2 недели произошло, ну, очень много. Поэтому, наверное, в один ролик не помещусь. Попросила Соню, наверное, в 500-й раз показать нос. Она показала, не задумываясь. Ну, через долю секунды. Потом говорю, давай дальше тогда, покажи пуп. Подняла футболку, показала пуп моментально. Ладоши похлопала, то есть это было настолько неожиданно. И в тот же вечер, кстати, села на горшок. Ну, мы так периодически предлагаем, это крик. Она даже не присаживается и ноги не сгибает. Поэтому для нас было, это был сразу огромный приз. Аплодисменты, песни, танцы, хоровод. Вот она просто присела на него, конечно, ничего особо не сделала, но посидела. А также дедушке помахала пока-пока, раньше она особо его не замечала. Пришел, ушел дедушка. Также гуляла с ним за руку, минут, наверное, 10-15. А со мной замечательно ходит за руку. Да, про тебя рассказываю. Также на прогулку, когда мы вышли на очередную площадку, на которой мы периодически гуляем, это было как будто бы для нее открытие. У нее как будто открылись глаза, что на этой площадке есть много всего. Не только качеля, на которой она по полчаса любит кататься, ну или карусель в крайнем случае. Она начала смотреть, тут и горка есть, тут и мостик, тут еще одна качеля. Это было вот такое вот кружение вокруг себя, и тут еще мимо трактор проехал, и она его увидела. В общем, это был какой-то такой день, как будто она вот полностью вынырнула. Я ходила счастливая. На следующий день тоже так же было, и дня 3, а потом мы заболели, засопливили, немножечко все пошло назад. Совсем чуть-чуть, но, к сожалению, ждем выздоровления. В общем, также во время засыпания, когда ложу ее спать, она всегда ложилась спиной ко мне, всегда. А недавно начала ложиться лицом, тоже замечательно, для меня приятно, да, Дать? Вот она сидит, рисует возле меня, вот. Она рисует идеальные круги с лучиками для солнца. Держит ручку практически правильно, это в 2 года и 4 месяца.